Эй, всем привет, вы на канале Комендант Плей, это новый ролик по игре Foxhole. У нас новая война, война 97, и на этот раз мы играем за фракцию Варденов. Приятного просмотра и погнали! Эй, мэн, hello, bro? You go front? Open, please. Ну, открывай уже, на фронт поедем. Hey, let's go, man. Все, дорогу выбрали, поехали туда-сюда направо. Ты чё ты такое творишь-то, Давай, все, let's go. Все, куда ты мимо, давай дороги едь. Ой, хорошо, скоро доедем. Thank you, bro. Оп, граната. Оп, отлично. Еще одна граната. И еще одна. Пуш. Граната. И еще одна граната. Оп, забегаем. Тише, парни. Я свой. Упс. О, мамонт, атака, мамонт. Мамонты, погнали. Погнали. Вали их, вали. Кого-то убили. Меня, походу, убили. Что-то... Ой. Где? Тише. Идите вы нахер. О, попал. Убей. Есть. Пуш. Иди сюда, мой сладкий. Опа. Нормально. Так, у нас, в принципе, все нормально. Где-то кто-то воюет, где-то кто-то нападает. Главное, у нас снабжение ездит. Ездит снабжение. Колония у нас ушкарет делает. Опа-на, видишь, гранаты. Оп, сели. Так, гранату начинаем запиндюсить. О, и граната, смотри. 3, 2, 1. Пошло. Оп, кров, есть, кров. Пушим. Так. Не надо, забежай, главное. Оп. Отлично. Еще одного, пойдет. Так, сели. Оп, сели. Где-то ошибочку допустил. Че ты, пёс сутулый, вылазь, ага, нормально все. Нормальненько. Оп, автомат, ёпты, автомат. Я как бы попал, но он не умеет. Ага, ну нормально все. Оп, девчоночка, здравствуйте. Тише. Сейчас главное варденов, колонистов поймать, когда они будут бежать. Вот они вот там что-то делают, да? Давай попробуй добежать. О, не надо пробовать. Там в окопе кто-то сидит. Так, главное грамотно, стратегически грамотно действовать. Забегаем в окопчик. Забегу, нет. Сели, перезарядочка. Отлично. Нас два, он один. Мы должны победить в этой схваточке. Ага, все, хорошо. Нехорошо. Хорошечно. Я думал, ни хера они не пойдут. О-хо-хо. Стоять.
Оп, убил. Отлично. Иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй, кэлп. Козлы. Не могли мне помочь-то? Ой, я вас умоляю. Ой-о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 й. Зашли мы на Дедлэд. На Дедлэдсе вообще какая-то жизнь творится. Почему-то колония вообще вперед нас давит. Вперед нас давит. У них атака, нападение на Дедлэдс. Сейчас мы будем его оборонять. Не знаю, что из этого получится. Но уверяю, что будет очень интересно. Как пиздос это, просто капец. Надо захватить. Пушим, пушим из трэншинс. Опа, она назад. Пушим, пуш, пуш. Нам бы, по сути, в траншею бы забежать. Было бы чуть полегче, да? Пуш, 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 let's go! Погоди. Так, 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 тара-та-та-тан-тан. Тара-та-ра-та-та-тан. Опа-на, гидру убили. Это хорошо. Это замечательно. Сидел такой хороший мой, да. Погоди, нам надо взять вот эту самую штуку-дрюку возьмем. И вот так. И все у нас отлично будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, ты скорешь. Оп, сели. Дали, сели. Ага, тут у нас машиночка пулеметника. Ага, хорошо. О, граната, да. Ну как бы. О, медик! Минус медик. Перезарядка. Нам бы сейчас, по сути, в окопчик бы ворваться. Не получилось. Оп, стоять, у нас там этот. Так, погоди, погоди. Мы сейчас будем грамотно действовать. Мы сейчас вот туда-сюда обойдем. Ты что, вылезешь? Нет. Будет нормально. Смотри. Оп, спрятались. Отлично. Скоро у нас рубашки закончатся и все, фронт будет проигран. Ну, это не означает, что битва будет проиграна, но война только начинается. Нам главное докопаться и все. Когда мы будем в окопе, мы будем уже непобедимы. Поэтому копать, копать. И еще раз копать. Ну все, наконец отрыгивает, подходит к концу. Сейчас мы можем повоевать, зайти в тыл врага. Не то, что в тыл врага, а просто мы укрепляем наши позиции. Ладно, делаем атаку. Оп. Окоп наш. Пуш, пуш, пуш. И на нахер свои гранаты, козлы. Нет, мадык, пуш, 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 давай, давай, мочи ее, фаер, 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 я, конечно, это погорячился, что я без оружия пошел. Ой-ой-ой-ой.
Тише, тише, тише. Опа-на, зашел. Ну как бы хорошо было. Но хотелось бы лучше. Ой! Чуть уйти. Не успели высадиться, уже от писачей сусу получаем. Оп-оп-оп-оп, отлично. У нас тут челик. Челик. Колонист. Вроде маленько что отбили, да? О, ёпты! Отлично, атака отбита. Там еще кто-то есть. Пошли. Это жесть, парни. Ой. Сори, мэн. Козел, а. Пуш. Go pushing enemy soldiers. Yes. О, сейчас челик забегать будет. Ты че не перезарядился-то, ЕМНчик? Fire! Вот он, забежал. Козлина, а? No, don't spawn. Need medic. Subscribe YouTube channel, Commandant Playbro. Походу мы этот... Че, козли... Блин. Это мы, походу, потеряли штуку-дрюку, да? Где выход есть. Опе! Какой-то мост у нас этот. Какой-то мост. Есть, минус. Don't fire! Friendly fire! Козлы! Смотрите, куда стреляете вы. Ты что ты... Опа, она сгорела. Комендант не знаю. Пуш. Только когда дичь произошла. Ну, очень интересно. О, ес, ура! Пуш. Так, отлично. Ой, ебка, пиздос. Уже реактивка работает. Пацаны, там было этот. Да, там этот, Дипбиль. Погоди. Enemy tanks. No tanks. Jeep. Минус. Это что тут сидит? Can be destroy bridge? Yes, commandant. Окей, мэн. Эй, пожар, где мое тело? Сука, собаки вы сутулые. Убил. Ну, как сказать, давай. Отлично, комендант свое дело делает. Медик. Ну, база горит, все в огне.
Единственный танк приехал на подмогу, на подкрепление. Давай, давай, танк надо ремонтировать. Пусть, пусть. Ой, блядь. Репейн, репейн. Так, походу, мы держимся из последних сил, но если нас подмога не подъедет, то все, мы прошкребаем. Танк у нас уничтоженный, да? О, попал, зацепил. Воевали как могли, обороняли как умели. По итогу база была разрушена, а мы ушли на другой фронт, чтобы вернуться сюда обратно. Все. База в горах уничтожена. Мы держались как могли. А чтобы не пропускать новые ролики, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик. И увидимся на полях сражения. Всем пока.